Новый политический сезон Китая в лицах. Специально к двум сессиям наш телеканал подготовил серию репортажей на службе у народа. Герой нашего следующего сюжета Ян Тэнхуэй, молодой депутат в СНБ, который работает преподавателем в области профессионального образования. В этом году он представит предложение, касающееся высококвалифицированных кадров. Ян Тэнхуэй – самый молодой депутат в СНП от провинции Гуандун. Он родился в 1997 году. Является обладателем золотой медали Всемирного конкурса профессионального мастерства и преподавателем Гуандунского машиностроительного техникума. Говорит, что видит, какое большое внимание в стране уделяют молодым талантам. Сейчас приветствуется, когда молодые люди становятся членами ВК НПКСК и депутатами ВСНП. Это способствует защите интересов молодежи. Ян Тэнхуэй рассказывает, что предложение к сессиям готовил с учетом мнения своих коллег. Моя профессия связана с воспитанием высококвалифицированных кадров. Естественно, я хорошо понимаю, какие проблемы есть в этом секторе. Перед тем, как приехать в Пекин, я также много общался с другими преподавателями, которые высказали свои мнения и предложения. Я подытожил все, что они мне рассказали, и это легло в основу моих предложений. В законах Китая о профессиональном образовании говорится, что оно так же важно, как и общее, и развивать их будут в единой связке. Ян считает, что это очень актуальный вопрос. Общее профессиональное образование в Китае – это два разных направления. Очень часто ребята, хорошо знакомые с теоретической частью, не обладают практическими навыками. И наоборот. Считаю, что назрела необходимость создать платформу национального уровня, которая бы объединила два этих направления, чтобы готовить кадры, которые обладают необходимыми навыками и знаниями, людей, которые будут внедрять инновации. Китай уверен, что развитие технических кадров чрезвычайно важно для достижения целей в области высококачественного развития. Согласно официальной статистике, ежегодно профессиональные училища среднего и высшего уровня выпускают около 10 миллионов человек. Ян Тэнхуэй считает, что его предложение поможет в повышении квалификации молодых специалистов. Цао Чуфэн, CGTN.